Касым-Жомарт Кемелевич, спасибо огромное за очередную возможность поговорить с вами искренне и по делу. Вы на своем посту уже, получается, 3 года. Да, 3 года. Это означает, что вы перевалили за экватор своего президентского срока. Это значит, что уже очень много повидали и очень много через что прошли. За это время что для вас было самым сложным? Во-первых, я вас рад видеть здесь, в нашей столице, Андрей Олегович. Действительно, 3 года тому назад мы встречались. Я только начинал свою работу в качестве главы государства. Эти 3 года были сложными не только для меня, но и для всех глав государств и, в конце концов, для всего мира, поскольку мы пережили такие потрясения, связанные и с турбулентностью мировой ситуации, и с наступлением ковида. Для Казахстана это были сложные годы, без всякого преувеличения. Происходили разного рода катастрофы, можно так сказать, на юге страны. Взрывались военные склады. Было очень сильное затопление южного региона. Да и экономическая ситуация не располагала к большой радости. Ковид, естественно, серьезно потряс Казахстан, как, впрочем, многие страны. Но мы с достоинством, я считаю, вышли из данной сложной ситуации. Конечно же, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы отметить, что самый главный момент – это поддержка народа Казахстана. Без этого, без сплоченности нашего многонационального народа, конечно же, искомого результата, конечного успеха было бы очень трудно достигнуть. Народ как раз продемонстрировал на прошедшем недавно референдуме свою поддержку вас и политического курса, который вами был объявлен. Вот политическая реформа в Казахстане, которую вы объявили, в чем ее суть? Вот по вашим словам, референдум – это первый шаг. А что будет второй, третий, четвертый шаг или что будет дальше? Видите ли, изначально я считал, что формула вначале экономика, а затем политика как бы исчерпала свой ресурс, хотя она была очень полезной на начальном этапе, в начале 90-х годов. Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей, и это был очень большой запрос со стороны общества. Я начал политические реформы, по сути дела. Еще в 2019 году мы приступили к разработке закона о мирных собраниях. Затем была введена 30-процентная квота для женщин. Началась парламентская реформа и так далее. А что касается референдума, это как бы продолжение той кампании, которую я начал, с целью преобразования политической надстройки в Казахстане. Действительно, мы должны отойти от суперпрезидентской системы, так называемой суперпрезидентской системы. Она оправдала свое предназначение. Вы знаете, Казахстан в конце 90-х годов, в начале 2000-х, годов предпринял очень большой рывок вперед в своем развитии, но жизнь не стоит на месте, нужны преобразования, нужны реформы. Поэтому я посчитал нужным перейти к президентской, я бы сказал, цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент. Исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом, ну и, конечно, перед своим народом. Что касается парламента, то следующие выборы в Нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам. 70% – это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% – мажоритарная система по одномандатным округам. Впервые по смешанной системе будут идти? Нет, у нас когда-то была такая система, потом мы полностью отошли от нее в сторону пропорциональной системы. Можно сказать, что я возвращаюсь к прежней системе, но там пропорции между партийцами и одномандатниками были несколько иные. Одномандатников было гораздо меньше. Здесь же, в новом парламенте, одномандатники будут иметь 30%. Это очень много. Ну и, конечно же, понадобится изменить некоторые законы, связанные с деятельностью парламента. Это большая работа. Полагаю, что до конца года мы с ней справимся. Что касается главы государства, то я принял решение, и в будущем это, видимо, будет существовать такая практика, что президенту нет необходимости состоять в какой-либо политической партии. То есть я сейчас, на данный момент, являюсь полностью беспартийным. И кроме того, введена актуальная для нашей страны норма, связанная с близкими родственниками президента, которые по новой Конституции, можно так сказать, не имеет права занимать должности в системе государственной службы. Теперь и занимать, это еще и законодательно подлежит. Да, и занимать руководящие посты в квази-государственном секторе, то есть в государственных компаниях. Не опасно это в Азии так взять и поделиться властью с парламентом?
сильный парламент означает некоторое уменьшение влияния президента на политическую жизнь в стране? Я бы не сказал. Я думаю, что это скорее укрепление системы сдержек и противовесов. То есть думаю, что это правильная система. Дело в том, что гражданское общество в Казахстане является зрелым. Спрос именно на эту систему довольно велик. Что касается перехода к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе, конечно, этой системы я народу не обещал. Я считаю, что она, так сказать, неадекватна для нашей страны, а тем более в очень сложных геополитических условиях. Будет президентская республика. Президентская республика, но с сильным парламентом и с подотчетным правительством. Между прочим, эту формулу «сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство» я выдвигал еще до прихода на пост президента. Вот сейчас появляется новое совершенно понятие. Новый Казахстан, вторая республика. В чем смысл этих новых политических реалий? С чем Казахстан, по-вашему, должен полностью распрощаться? Вот сегодня отбросить, завтра идти без этого. А что должен обрести теперь? Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике или в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было, мы об этом открыто говорим. В стране должна быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер. Я понимаю, что это работа ни одного дня, ни одного месяца и ни одного года. Но к этому надо стремиться, потому что люди хотят справедливости во всем. И в большом, и в малом. Моя задача как главы государства состоит в том, чтобы обеспечить эту справедливость для граждан нашей страны. В конце концов, никто не родился, так сказать, судьбой, которая обеспечивает ему самое низкое место в социальной иерархии. Все должны быть равными. Во всяком случае, так называемый социальный лифт должен работать. Мы должны подбирать на государственные должности, на те или иные посты в национальных государственных компаниях людей, очень способных, патриотически настроенных. Это же самое касается и выборов депутатов. Конечно, как глава государства, я не могу оказывать непосредственного влияния на исход выборов в парламент, но моя задача состоит в том, чтобы создать такую политическую атмосферу, в которой люди достойные, способные, могли бы найти свое место в нашем обществе и могли бы с оптимизмом смотреть в будущем. А люди, которые только что родились, подросли и входят, так сказать, в юношескую зрелость, могли бы думать, что у них в этой стране все же есть будущее. Касымжомарт Кемелевич, если одна из целей Второй Республики – это справедливость, то будет ли, например, справедливым что-то отнять и поделить? Нет ли в поисках новой справедливости обрести какую-то новую несправедливость? Конечно же, такая опасность существует. Я очень хорошо понимаю подоплеку вашего вопроса. Тем не менее, мною была создана комиссия, которая занимается возвращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. И такие активы возвращаются в лоно государства. Здесь нет какой-либо экспроприации. Я абсолютно далек от мысли отобрать и поделить все, что было сделано законно. И тем более, если крупные компании, а также средние компании работают в полном соответствии с нашим законодательством, конечно же, никакой экспроприации не может быть. Это породит социальную нестабильность в нашем обществе. Но в то же время, ведь люди видят, у нас экономика может быть не столь большая, как в других странах, в частности в России. Мы прекрасно видим, что было сделано справедливо, а что было сделано вопреки закону. Поэтому эта задача, я считаю, очень важная. Она постепенно реализуется, выполняется. Кроме того, я создал межведомственную комиссию по возврату незаконно вывезенных финансовых средств и активов за рубеж. Я понимаю, опять же, что в течение 1-2 дней это невозможно сделать. Возможно, понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься. Поскольку действительно такие активы вывозились за границу вопреки закону, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем является народ по нашей Конституции. И от имени народа всеми активами управляет государство, естественно, будучи подотчетным парламенту и всему народу. Как в таком случае можно объяснить такое довольно серьезное, большое количество иностранных собственников в недропользовании Казахстана, если казахстанский народ владелец этих недр?
Дело в том, что в начале 90-х годов, возможно, другого выхода не было, поскольку средств в Казахстане на приватизацию крупных активов в то время не было. Казахстан был terra incognita для зарубежного инвестиционного сообщества. Поэтому правительство в те годы было вынуждено приглашать иностранных инвесторов. Первыми, кто пришли на наш рынок, это были американцы. Компания Chevron, которая приватизировала, ну, вместе с государством, естественно, крупнейшее месторождение на западе нашей страны. Это месторождение нефтяники называют бриллиантом в короне Казахстана. И, конечно же, надо отметить, правда, что американцы работают достаточно успешно, но сами условия того соглашения были подписаны сообразно пониманию инвестиционных соглашений того периода времени. Я знаю, что в России пошли по другому пути, так называемые залоговые аукционы, но прямо надо сказать, что и эта система не совсем оправдана. И, наверное, с позиции сегодняшнего дня эти соглашения выглядят не столь адекватно. Конечно, как соглашение о разделе продукции. Это да. Все на сегодняшний день выглядит, как мы когда-то за бусинки из зеркальца отдавали наши недра. Видите ли, 30 лет тому назад было одно понимание. И мы радовались приходу крупнейших иностранных компаний в нашу экономику. Я повторяюсь, Казахстан был terra incognita. Не было законов о привлечении иностранных инвестиций. И на тот момент действительно соглашения о разделе продукции казались вполне приемлемыми. Но сейчас менять правила игры, конечно же, было бы абсолютно противоестественно, я бы сказал бы. Может быть, даже абсурдно с точки зрения долговременных интересов нашей страны. Но коррекция какая-то. Коррекция, безусловно, должна быть, и этим мы сейчас аккуратно занимаемся. Возвращаясь к залоговым аукционам, ведь тоже крупнейшие российские активы фактически бесплатно ушли конкретным лицам. Наверное, с позиции сегодняшнего дня эти соглашения тоже выглядят не совсем правильными. Между Казахстаном и Россией существует договор о вечной дружбе, которому, кстати говоря, 30 лет исполнилось в этом году. Когда мы сегодня говорим о новом Казахстане, означает ли, что новый Казахстан унаследует от старого Казахстана все гарантии, взаимные гарантии, которые были получены с Россией вокруг договора о дружбе? То есть вот для вас лично Россия это что? Будучи заместителем министра иностранных дел, я занимался подготовкой этого очень важного соглашения, буквально постатейно. Мы с российскими коллегами сидели и прописывали текст договора. Он имел огромное значение с точки зрения придания соответствующего импульса развитию сотрудничества, причем многогранного сотрудничества между нашими государствами. Потом на смену этому договору пришел другой договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Он был подписан в 2013 году в Екатеринбурге. Но, возвращаясь к первому договору 1992 года, я хочу отметить его огромное историческое значение. И хотел бы, пользуясь возможностью, подчеркнуть, что преемственность дружбы, союзничество между нашими странами, именно преемственность сохраняется в полном объеме. Во всяком случае, я, как глава государства, буду делать все возможное для сохранения поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами. Конечно же, обстановка сложная в мире, она постоянно меняется. То, что происходит сейчас, 30 лет тому назад невозможно было себе представить. Но мир не стоит на месте. Но мне кажется, что дружба между нашими странами, тем более, нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. Эта дружба должна носить абсолютно перманентный, можно сказать, вечный характер. Полгода прошло после трагического января, после беспорядка в Алма-Ате. Знаю, что идет полным ходом расследование причин произошедшего и главных участников. Вам лично уже стало понятно, что было механизмом, что было детонатором, что приводными ремнями служило для тех беспорядков, которые произошли в Алма-Ате? Мы четко исходим из позиции того, что это была попытка государственного переворота, нападение на государственный строй Казахстана, а также попытка смещения главы государства со своей должности. Сама ситуация была хорошо срежиссирована опытными профессионалами. Они вели людей на административные здания. Надо сказать, что во время этих трагических событий около 3000 единиц оружия были похищены, причем только к сегодняшнему дню примерно 1600 единиц обнаружено, то есть ведутся поиски остальных 1400. Половина похищенного оружия еще на руках? Да, на руках. Возможно, оно было перемещено за границу, но следствие продолжается, оно идет довольно скрупулезно, но в то же время с большими сложностями. Дело в том, что
организаторы и координаторы этих событий вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям. Тем не менее, межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота. Лишь небольшой факт. Специальная группа занималась тем, что уничтожала все камеры слежения, которых было немало в Алма-Ате. Причем делали это очень профессионально, снимали платы и так далее. Нападение на Алма-Ату было жестоким по своей сути. Люди подвергались очень изощренным, я бы сказал бы, истязанием. Врачи пострадали, обычные граждане. Было очень много мародеров, которые пришли с больших рынков, базаров. Я уже не говорю о том, что были сожжены два основных административных здания. Это Акимат Алма-Аты и резиденция президента. Причем резиденция президента уже не подлежит восстановлению, там будет просто парк. Такое решение я принял. То есть упрощать события, которые произошли в Алма-Ате, не следует. Тем более превращать тех, кто занимался убийствами, грабежами и фактически выступал против государственных устоев, превращать этих людей в национальных героев тем более не стоит. Но тем не менее мы проявляем милосердие, в необходимых случаях отпускаем людей под согласно просьбам их родственников, но уголовные дела, естественно, заводятся. В настоящее время только 26 человек получили реальные сроки. Все остальные дела находятся в производстве. То есть масштаб трагедии большой, и, конечно же, в течение короткого периода времени разобраться со всем этим довольно трудно. Есть информация, что даже похищали тела погибших боевиков из моргов, да? Да, эти факты сейчас расследуются, но это профессиональный почерк тех, кто занимается подобного рода нападениями на государство. Но мне особенно жалко молодых военнослужащих, которых просто избили фактически насмерть, раздели догола и использовали в качестве живого щита при нападениях на административные учреждения. Мне очень жаль наших полицейских, которые проявляли, в общем-то, спокойствие и терпимость в отношении так называемых демонстрантов. Действительно, в первые дни это были мирные люди. Но затем на смену им пришли совершенно другие люди. Это бандиты, террористы по своей сути. И очень много полицейских пострадало, конечно же. И после того, как инициатива перешла на сторону правоохранительных органов, естественно, они не могли себя сдержать от возмущения. Но мы их поправили. Те полицейские, которые допустили, прямо скажем, нарушение нашего закона, применяли сверхжестокие средства при расследовании тех или иных событий, те трагические дни, они были привлечены к уголовной ответственности. То есть и тут должна быть справедливость. То есть, ну, по сути, вас должны были свергнуть, то есть отстранить от президентской должности, а то и арестовать, наверное, да? О чем они мечтали? То есть что было целью? Ну, и целью всех переворотов является приход к власти совершенно других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента. Никуда не выезжал. Более того, я, естественно, ночевал здесь. И с самого начала мною было заявлено, что я не собираюсь покинуть столицу. Тем более мне предлагали некоторые товарищи, в кавычках, сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что я должен находиться здесь до конца. Как у вас за эти 3 года изменилось отношение к межгосударственным структурам, в которые входят и Казахстан, и Россия? Это, конечно, ОДКБ, ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества. Вес прибавился или убавился? Я считаю, что эти организации, интеграционные объединения, развиваются совершенно поступательно, нормально. Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из Евразийского экономического союза, из организации договора о коллективной безопасности, абсолютно не соответствует истине. Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно
неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Именно организация договора о коллективной безопасности, где Казахстан является активным участником. А ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций, заявлений. То есть организация проявила себя достаточно эффективно, я считаю так. С другой стороны, и политизировать всю эту ситуацию ни в коем случае нельзя. И тем более высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу. Тем более мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента Организации договора о коллективной безопасности. И они здесь находились не более 10 дней. То есть это была демонстрация нашего единства в той очень сложной ситуации. Что касается Евразийского экономического союза, то это очень важная организация, на мой взгляд. Я уже в Бишкеке на заседании экономического форума высказывался по поводу интеграции, что это очень сложный труд, который требует взаимных компромиссов. Ведь каждая страна считает необходимым отстаивать свою позицию. Это нормально. И если та или иная страна будет постоянно уступать, и экономика этой страны будет страдать, то, естественно, возникнет вопрос у граждан этой страны, а в чем вообще польза этой интеграции? И такие вопросы, откровенно говоря, иногда возникают в нашей стране. Именно поэтому наши представители в Евразийском экономическом союзе достаточно упорно отстаивают или, во всяком случае, разъясняют наши интересы среди коллег. Да, бывают споры, но зачем их драматизировать? Это ведь нормально в рамках международной организации. Я полагаю, что в конечном счете мы приходим к нужным решениям и полезным решениям, которые идут на благо интересов наших государств. Санкции, которые сейчас Запад ввел в отношении России, как они, по вашим наблюдениям, по статистике, отражаются на экономике Казахстана? И как дальше? Нет ли планов, например, у Казахстана, не нарушая санкции, каким-то образом помогать России выходить из сложных экономических узлов, связанных с поставками товаров и так далее. Какова позиция ваша? Во время моих телефонных переговоров и очных встреч с Владимиром Владимировичем Путиным, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством между нашими странами, остаются в силе. Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, и неоправданно с точки зрения перспективы, поскольку я уверен в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Это большая страна, достаточно большая экономика, и Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях. Это правда. Поэтому здесь каких-либо сомнений нет. Но санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомление в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой. Но подчеркиваю, мы продолжаем работать с российским правительством, я бы сказал, в учащенном ритме, и достигаем необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкции. Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию. Но опять же, мы находим решение этих вопросов. Но ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справляться с этими вопросами, которые исходят из этой реальности. Справимся. Абсолютно, я уверен в этом. Самжумарт Кемелевич, расскажите, какое реально, на ваш взгляд, сейчас положение русского языка в Казахстане? Вот, например, одни источники уверяют, что за последние годы, за последние 3 года, русских школ в Казахстане стало больше. Другие говорят, наоборот, именно в эти 3 года их стало меньше. А, разумеется, все это говорит о расширении или о сужении употребления русского языка в Казахстане. Я полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждение от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен.
Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, то они, естественно, остались в прежнем объеме. Другое дело, и это реальность, что возникает все больше спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В конце концов, Казахстан в самом имени нашего государства звучит имя казах. То есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады, в казахские школы. Тут, мне кажется, абсолютно все понятно. У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно. Ну, географически. Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы, как говорится, Богом даны соседи. И казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык. Как вообще идет наше сближение, сотрудничество между Россией и Казахстаном в области науки, культуры, образования? Я полагаю, что здесь каких-либо проблем не существует. Что касается образования, то к этой сфере я отношусь очень внимательно, уделяю большое внимание. Почему? Потому что образование имеет огромную роль. Ну, это как бы аксиома, но мы должны ее помнить каждый день. Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы. В Казахстане этот процесс начался. То есть МИФИ открыл свой филиал в Казахском государственном университете. Открывается филиал университета нефти и газа имени Губкина. И я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать прежде всего техническое образование, чтобы быть конкурентными. Но у нас сохраняются и возможности направления талантливой молодежи по линии программы «Булашах. Будущее за рубеж». В частности, это магистранты и даже бакалавры. Но мы сужаем программу бакалавров и увеличиваем количество магистрантов в лучших вузах мира. Вы не выходите из баллонской системы еще? Нет. Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем Сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. А в то время наше вступление в эту систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. И я видел эти недостатки, я разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что вы знаете, у этой медали есть две стороны. В принципе, я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что и будут последствия. Касым-Жомарт Кемелевич, как вы считаете, а чем русские и казахи очень похожи, а чем друг на друга они не похожи? И вообще, когда мы вместе, сила наша в чем? Сила в правде, говорил один герой в известном фильме. На самом деле, я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. Я как-то выступал недавно на экономическом форуме в Бишкеке и говорил о том, что евразийцы, а мы все ведь евразийцы, должны держаться вместе. Между прочим, эту фразу произнес много лет тому назад один небезызвестный политический персонаж, который 32 года руководил Советским Союзом и говорил на русском языке с известным кавказским акцентом. Поэтому, правда, потом меня обвинили в том, что я являюсь поклонником этого персонажа. На самом деле я не являюсь поклонником. Мы, в конце концов, находимся в Евразии и должны держаться вместе. В этом мое глубокое убеждение. От этого мы не проиграем, от этого мы выиграем все. Мы больше все-таки похожи или различаемся? Наш менталитет, образ мысли похож. И это надо иметь в виду. Спасибо. Я желаю вам успехов в ваших дальнейших политических реформах. Спасибо огромное за это интервью.